поселке искатели оценили первый этап благоустройства сквера «Детский парк». Работы были выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Новые тротуарные дорожки, декоративное покрытие щебня, парковое освещение со светодиодными светильниками и многое другое. Территорию в центре поселка Искателей не узнать. Сегодня очередной праздник у всех жителей поселка Искателей. Жители давно просили сделать современные дорожки, облагородить территорию. То есть на сегодняшний день, конечно, мы это получили. Спасибо хочется сказать администрации поселка Искателей за то, что своевременно проторговали этот контракт, контролировали подрядчика. Но мы видим, что подрядчик справился, плитка уложена, озеленение. В дальнейшем будущем планируется поставить своевременные современные площадки на данной территории, разместить воркаут. Детская площадка «Кораблик», что находится в центре сквера, будет отремонтирована. Игровое оборудование обновят и уложат безопасное покрытие. Работы по благоустройству начались здесь в конце мая. Стоимость благоустройства составила 6 миллионов рублей. Из них более 4,5 – это средства федерального и окружного бюджетов в равных долях. Остальное – средства муниципального бюджета. Мы подумали, чтобы вот этот круг был такой интересно, но не просто вот такой круг и пошли, а мы сделали вот такой, условно говоря, цветок, чтобы эти лучики расходились в разные стороны от этого цветка. Ну вот немножко такой отступили от этого. Ну а так сделали разные лепестки. С одной стороны как бы плитка пошла в одну сторону 3D, в другую сторону. Немножко разные расцветки. И чтобы оно красиво было. Проведение второго и третьего этапов благоустройства сквера запланировано на 2021 и 2022 годы. Для его реализации власти поселка Искателей ждут передачи из собственности округа в собственность муниципалитета земельного участка. Там вот немножко, где у нас был когда-то дом культуры стоял, там мы планируем сделать такую маленькую площадку для маленьких детей. Здесь у нас дети будут постарше. Ну, вот здесь, на этом месте, мы сделаем специально спортивные снаряды для того, чтобы занимались 12-15 лет. Молодежь приходила и могла заниматься. Сделаем такой, наверное, все-таки по проекту сделаем какую-то там крышу, чтобы освещение дополнительное. Обустройство сквера проводится в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется с 2017 года во всех регионах России. За 3 года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в поселке Искателей благоустроено 15 дворовых и общественных территорий, из них 12 в рамках федерального проекта. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».